Пане Романе, давайте почнемо з інтерв'ю CNN Валерію Залужну, який дав напередодні інформації про начебто його звільнення. Він там озвучив три основні цілі України на цей рік у війні проти Росії. І я би хотіла, щоб ми з вами їх обговорили. По-перше, створити систему забезпечення армії високотехнологічними засобами, збільшити обов'язково мобілізацію, тому що без мобілізації ми не можемо досягати цілей. Також навчитися вести бойові дії, враховуючи обмеження у засобах та способах їх застосування, і якнайшвидше опанувати нові бойові можливості. Що скажете? Напевно, що ви читали цю статтю чи вижимки з цієї статті? Конечно, читал. Эта статья уже академического уровня, то есть это стратегические вопросы, которые должен решать не главком. Это статья уже министра обороны, премьер-министра, президента, верховного главнокомандующего. Это уровень вот такого, то есть вот уже этих высот. Что еще раз говорит о том, ну, я, честно сказать, уже это уже второй год об этом говорю. Нам надо менять министра обороны, нам надо менять премьер-министра, а это можно делать без выбора. Вот, допустим, президента менять не надо, потому что у нас только механизм выборный. Выборы сейчас однозначно не время. А вот министр обороны, премьер-министра – на серьезного военного, который хорошо разбирается в военном деле, естественно, имеющий академическое образование, вот Залужный это показывает, вот где его уже место. Он уже прошел определенный период становления, и у нас вот такие должны быть министры обороны и премьер-министр уровня Залужного. Потому если бы были нормальное видение развития ситуации в нашей стране, то Залужный уже давным-давно должен был быть министром обороны, либо премьер-министром, руководить полностью экономикой страны, ставшей на военные рельсы. То есть это вот это движение. Те позиции, которые озвучил главком, ну, это, конечно, не все однозначно. Почему? Потому что такое стратегическое, философское, с одной стороны, я бы так даже сказал, видение. И это уровня высших чинов власти, причем принимающих решения по этим направлениям, что очень важно. То есть вот это правильное, грамотное видение. Чуть-чуть я бы добавил, допустим, чуть тактических моментов в эту статью, но, опять же, они уровня более практичного, то есть там не совсем раскрыта роль авиации. Понятно, в одной статье это всего не охватишь, но роль авиации не раскрыта, не дораскрыта, это как минимум. Ну а почему она не раскрыта? Потому что мы зажаты в рамках той системы управления и в армии в том числе, которую нам привнесли еще в начале этого века, в тысячелетие, привнесли снаружи. У нас разрушили некоторые моменты военного управления в том числе, а мы не восстановили. У нас нет военно-воздушных сил. Это я тоже уже говорю, наверное, 20-й год. Из-за этого очень многие летчики просто поушли в свое время из авиации. Больше 20 лет назад у нас были угроблены военно-воздушные силы, у нас нет такого вида войска. Есть часть разорванная, есть часть там, в МЧС, в МВД под Министерством внутренних дел, есть авиация в системе противовоздушной обороны, но опять же это под управлением зенитчиков, ну грубо ПВОшников, а это совсем другой подход, это видение. Вообще видение других механизмов ведения боя. И причем надо смотреть, ну зачем изобретать велосипед? Посмотрите на Соединенные Штаты Америки. Сильнейшая страна в боевом отношении, это самая лучшая армия в мире сейчас на данный момент. Министр обороны в США кто? Генерал Ллойд Остин, который прошел в несколько войн и прошел в том числе генштаб, вот это министр обороны. Это стратегическое глобальное видение развития ситуации, управления процессами. А кто возглавляет комитет начальников штабов? Летчик-инструктор F-16. Летчик. Почему? Потому что в этом тысячелетии видение выполнения боевых задач в основном за счет авиационной компоненты везде практически. То есть авиационная, ракетная компонента, дальние
дальние средства поражения. Вот как сейчас ведут, допустим, американцы с британцами войну с хуситами? Она уже началась, ну, можно так говорить, йеменскими хуситами. Нет наземных операций. Зачем? А есть авиация, еврофайтеры работают, есть ракеты, которые типа тех же томагавков, которые работают. Вот это основная компонента. Если нужна, проводится, будет проводиться наземная операция. Она может быть и не нужна, решаются вопросы, в том числе и дальними средствами поражения. Поэтому я бы вот чуть бы добавил вот такой, можно сказать, тактики с точки зрения практического применения авиационной кампании. Роман Григорович, що Вашингтон Пост написало наступне. Залужний спокійно відреагував на ідею Зеленського звільнити його і заявив, що Збройним силам України не варто чекати швидкого прогресу на полі бою через низку проблем. В боях, які зайшли в глухий кут, його наступнику доведеться протистояти більшим і краще озброєним силам противника. І українській армії буде потрібен значний прилив додаткових солдатів, щоб заповнити втрати і відповідати плану Росії мобілізувати ще 400 тисяч окупантів. Ну, Росія там мобілізує чи ні, це такий великий питання, його можна дискутувати. А построєння наших вооружених сил має залежати не від кількості привлеченного личного состава, от его качества и от тех средств поражения, которыми этот личный состав может пользоваться. Потому видение самих процессов развития вооруженных сил Украины, они должны исходить как раз из таких долгосрочных задач. Нам воевать лет 10, года 2 минимум таких тяжелых боев на нашей территории, а потом еще 7-8 лет, пока Россия будет разваливаться, ее надо будет доразваливать, чтобы ее больше не было слышно, как в этой жизни, как и Советский Союз. Потому нам лет 10 воевать, и здесь сразу надо такой 10-летний план рисовать. А 10 лет за счет общества ни одна армия не продержится. Общество не выдержит гражданское такого давление, то есть военного, оно не предназначено для выполнения боевых задач. Для этого должна быть профессиональная армия, а подходить к созданию профессиональной армии надо, опять же, используя и в том числе госстроительство как таковое. Служить должны госслужащие, потому они ставятся в строй и обеспечивают, и получают денежное довольствие от государства, потому что они служащие, вот так это должны быть военнослужащие, проходящие определенные круги через вооруженные силы. И сейчас намного проще вопрос этот именно в таком контексте решать. Госслужащие должны быть привлечены для выполнения боевых задач в вооруженных силах Украины, а потом, уже окончив службу в вооруженных силах Украины, возвращаться на госслужбу, продолжать дальше выполнять свои служебные обязанности уже в госструктурах. Это вот для госслужащих называется, чтобы служба медом не казалась, чтобы все четко понимали, госслужащие, которые становятся в строй и из бюджета получают денежное содержание, же мы должны быть готовы выполнять в том числе и боевые задачи. И тогда намного проще будет решаться вопрос снабжение и качественнее, самое главное, снабжение вооруженных сил Украины, когда госслужащие, которые принимают решения, сами будут выполнять эти самые боевые задачи. Поэтому вопрос должен быть чуть шире освещен. Механизмы постановки задач и их выполнения, они должны быть вот связаны, уже увязаны в общую систему госстроительства. Тогда у нас будет однозначно победа, причем в довольно-таки ближней перспективе. Я бы не говорил, что о сильно больших там каких-то сроках и тупиках, и всем остальном. Если мы решим вопрос вот в таком контексте, поставить всех госслужащих в строй вооруженных сил Украины, в штат вооруженных сил Украины, снабдить их достаточным количеством боеприпасов, только опять же боеприпасов здесь заложено очень правильно, показывает статье, это уже должно быть высокотехнологическое оружие, то есть нового уровня, третьего тысячелетия, разного уровня, начиная от подводного и заканчивая авиационной компонентой. Причем, еще раз повторюсь, авиационная компонента не совсем раскрыта.
Ну, понятно, нет авиационного определенного образования, но тем не менее, этот вопрос надо решать и с помощью авиационной компоненты, с помощью дальних средств поражения, ракетных в основном войск, мы можем решить вопрос уничтожения российской армии на нашей территории в довольно-таки такой средней перспективе, еще раз повторюсь, где-то 1,5-2 года можно будет эти вопросы порешать. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, підпишіться на мій YouTube-канал, напишіть в коментарях, що ви думаєте і про пропозиції Романа Григоровича, ну і пропозиції генерала Залужного, звичайно, це дуже важливо. Якщо ви традиційно дивитеся на телеканал «Прямий», натисніть на назву, там буде можливість підписатися на мій YouTube-канал. Ми з Романом Григоровичем сьогодні підбиваємо підсумки тижня. Ну і, звичайно, що не можемо не оминути удар Збройних сил України по авіабазі «Бельбек». І от з'явилася нова інформація наприкінці тижня, що внаслідок удару ЗСУ по авіабазі Бельбек в Криму було ліквідовано російського командира авіаційної ескадрильї генерал-лейтенанта Олександра Татаренка та 10 російських військових, ну і плюс-мінус 3 літаки Су-27 і 2 Су-27 і 1 Су-30. Роман Григорович, як ви оцінюєте цю атаку? Ну, у нас командиры эскадрильи в основном майоры, в боевое время, может, или в учебных полках подполковники, а тут уже целые генерал-лейтенанты. Ну, по-серьезному они подходят к выполнению боевых задач, раз уже привлекают к управлению эскадрильями целого генерал-лейтенанта. Выполнена была довольно-таки масштабная задача по уничтожению аэродромно-технического оборудования и летного состава и авиационной техники ударом по Бельбеку. В Крыму пять основных аэродромов, которые сейчас используются россиянами для выполнения боевых задач с авиационной компонентой. Бельбек один из основных, потому он и пошел под нож ударов наших дальних средств поражения. Скорее всего, отработали скалпами, Storm Shadow, ну, или теми, неважно, это одна практически ракета с постановкой помех ракетами EDM-160. А эта пара скалпа EDM-160 очень себя хорошо зарекомендовала. Ракета-постановщица помех практически тушит ПВО противника, после этого наносится удар по тому объекту, который выбран. Вот по Бельбеку действительно три борта было отминусовано, часть повреждена. Ну и, естественно, уничтожены летный состав вместе с командиром эскадрильи. Довольно-таки хороший, если можно так сказать, улов для наших воздушных сил, для авиации воздушных сил Украины. Роман Григорович, а щодо гвардійського, ракети потрапили до тренувального табору спецназу. Там були елітні бійці ГРУ. От наскільки це важливо? Ну, грушники, действительно, это цвет, можно сказать, российской армии. Главное разведуправление Генштаба российской армии, значит, чуть по-другому они его уже, главное управление, аббревиатура идет. И это действительно серьезные специалисты, наверное, лучшие из всей российской армии в этом смысле, в смысле подготовки. Потому, естественно, уничтожение такого рода боевого потенциала тоже стоит в первой очереди. Естественно, как только мы узнаем, где эти специалисты находятся, также принимается решение. Причем решение принимается как раз вот на уровне важности вместе с уничтожением, то есть на уровне уничтожения авиационной компоненты. То есть вот до такой степени грушные части для нас, они опасны, естественно, важны, как одна из первых целей. Уничтожение произведено было также. Сейчас, я думаю, в ближайшее время будет подтверждение по количеству уничтоженного личного состава. Роман Григорович, ну і звичайно, що на цьому тижні відбулася теж важлива подія. Вартість 70 мільйонів доларів. Головне управління розвідки знищило російський ракетний катер «Івановець». І вже з'явилася інформація наприкінці тижня, що на російському ракетному катері, знищеному вночі 1 лютого, перебували до 40 членів екіпажу. Тривали пошукові роботи, ну і те, що російський ракетний катер «Івановець» був уражений 6 морськими дронами «Магоре В-5». Оце є відео знищення. Роман Григорович, як ви оцінюєте цю спецоперацію? Вам слово.
Ну, когда оценивают в миллионах долларов какое-то там выполнение боевой задачи, немножко некорректно. Что такое 70 миллионов долларов? Если Россия только за углеводороды в сутки получает миллиард, она 15 кораблей таких может в сутки обеспечить финансами, ну, при постановке, при выполнении боевой задачи. Поэтому дело не в миллионах долларов, а дело в количестве. Дело в том, что там, ну, где-то до сотни кораблей российского Черноморского флота находится в акватории Черного моря. До сотни, плюс там несколько еще сотен кораблей, вернее, судов обеспечения или поддержки. Там несколько сотен общее количество, но вот именно кораблей довольно-таки немного российских. Уничтожить весь Черноморский российский флот возможно в течение этого года. Если бы у нас в свое время с зерновой сделкой не связали руки нашим спецслужбам и нашим вооруженным силам, так его бы уже не было. Но сейчас вопрос этот решается, мы видим, как этот решается. Этот Ивановец один из трех кораблей, которые несли ракеты. Ракеты в основном комплекс противокорабельный, где-то 100-120 километров, 4 ракеты могли одновременно запустить этот корабль, потому он, естественно, был одной из первых целей, которые надо уничтожать. Ну, в первом ряде. Ракетоносители все должны быть уничтожены в первом потоке. Естественно, «Магура» — это главное управление разведки, Буданов это уже доложил. Долго подготавливались, у них есть 13-я так называемая группа, которая занимается этим вопросом. Где-то до десятка, скорее всего, «Магур» было использовано, 6 ударило в борт и в корму. Корабль наклонился на корму и затонул. Затонул вместе с экипажем. Причем уничтожение экипажа и корабля – это еще и выполнение общей задачи наших спецслужб по уничтожению всех участников геноцида украинского народа. Всех россиян, террористов, которые зашли с оружием на территорию Украины. Их где-то около 500 000. Вот затапливать, уничтожать сразу десятками – вот это задача наших спецслужб. Этот корабль и этот экипаж в том числе в прошлом году был причастен, вернее, он непосредственно он участвовал в уничтожении в качестве цели нашего корвета «Тернополь», захваченного еще в 2014 году, 10 лет назад, в Крыму, когда россияне начали вторжение. То есть этот еще непосредственный участник затопления на одного из наших кораблей. Потому весь корабль вместе со всем экипажем отправлен на дно, отминусованы. Еще раз повторюсь, как будут отминусованы все российские террористы, все российские военнослужащие, которые с оружием в руках зашли на нашу территорию и проводили геноцид украинского народа. Так, у військово-морських сил вже додали, що знищене судно – це досить суттєва втрата, враховуючи наявність всього трьох таких катерів проєкту в складі Чорноморського флоту Російської Федерації. От, Роман Григорович, насправді тут повідомляється, що американський журналіст видання «Warzone» Говард Альтман, посилаючись на голову ГУР Буданова, пообіцяв, що таких атак буде більше, і направив Москві послання «Готуйся». Тобто, ось ця, пише The Times, підрозділ 13 використовує пластикові безпілотники «Магури», які несуть 250-кілограмову вибухову боєголовку та можуть рухатися з швидкістю до 45 миль. І таким чином коштує всього кілька тисяч доларів. І Буданов показує Росії, що це її кінець, кінець Чорноморського флоту. Ну, принаймні, так написали всі аналітики. Ну, это возможно, это подтверждает то, что я говорю. То есть достаточное количество дальних средств поражения, допустим, «Магура», ну, километров 800 километров она может проходить. И стая «Магур», стая, это один, это не выполнит боевую задачу. Вот где-то до десятка, где-то десяток беспилотников, которые набрасываются на одну жертву, российский корабль, затопят его однозначно. Да, часть погибнет, потому что все-таки у корабля есть система безопасности определенная, но она 10 целей сразу просто не перехватит. А тем более, если ночью, если под прикрытием, то есть есть целые механизмы, как это использовать, использовать некоторые сильные стороны этих беспилотников, бэков. И можно затопить весь флот, то есть это вот начало конца действительно российского Черноморского флота. Хотя начало, наверное, было положено еще
ракетчиками в свое время, 2 года назад, когда был затоплен российский корабль «Москва», то есть флагман российского Черноморского флота, он давно его весь флот там ждет, уже заждался 2 года, а потому, скорее всего, Буданов подумал, думает, ну что, чего ждать-то долго, продолжил выполнение этой задачи. Главное здесь важно производство, то есть здесь надо ставить на поток производства этих беспилотников и вообще видеть развитие нашего военно-морского флота как раз в виде москитного так называемого флота. Есть такое понятие, москитный флот. Это когда много бэков безэкипажных катеров, они могут быть надводные, допустим, есть безэкипажные подводные корабли, ну не корабли, а аппараты, есть надводные, то есть и воздушные беспилотники, ну, естественно, на ракетные комплексы, это один из их основных механизмов, плюс авиация. Вот если бы авиация была у того же в распоряжении НИИШПАПы в военно-морском флоте, она также бы выполнила эту задачу. Потому российскому флоту там уже не надо готовиться, им надо уже рисовать механизмы, как им выходить из Черноморского флота, договариваться с Эрдоганом, чтобы он их выпустил оттуда. Пока еще эти посудины могут плавать, специально говорю, не ходить. А российское, оно плавает. Пане Романе, від морських дронів до інших типів дронів, по-перше, з'явилася офіційна заява, насправді, російських керівників політичних. Голова оборонного комітету Держдуми Росії Картополов зробив таку заяву. Росія не має ресурсів для захисту Санкт-Петербургу від українських дронів. І це цитата. Петербург у нас носить статус другої столиці. Це мала батьківщина нашого президента. Одним словом, місто для Росії дуже і дуже значуще. Проте закрити його щитом ППО від українців зараз не можна. Це цитата. От як вам подібні заяви? Ну, дело в том, что исходя из тех проблем еще Советского Союза, которые достались и России в том числе, большая территория, это с одной стороны плюс, с другой стороны минус. Закрыть ее просто невозможно. Нет механизмов закрыть всю территорию Российской Федерации системами противовоздушной обороны. Их тогда надо там сотни тысяч произвести, ракет там чуть ли не миллионы, чтобы можно было рассчитать прикрытие всей территории. Это просто невозможно. И, естественно, нет механизмов, как закрыть большие площадные комплексы типа той же Москвы или того же Питера. Это тоже невозможно, потому что поставить по периметру достаточное количество ПВО, у них их просто нет, это опять же надо проводить. Даже в свое время ту же Москву прикрывали несколько уровней, несколько линий обороны, там 3 линии, 1/3 была на северо-востоке Украины, там в районе Конотопа проходила. И это не закрывало полностью по всему периметру, то есть на 360 градусов, а только с западной, юго-западной и с южной стороны, только Москву. Потому нет такого механизма, чтобы перекрыть системами ПВО Питер или Москву или какой-то большой площадной ориентир. Потому здесь можно посоветовать российским руководителям, не пытайтесь, не это сам, не, нет смысла, то есть не переймайтесь, это у нас по-украински так кажется. Роман Григорович, от зараз буду вам демонструвати відео, і от є інформація Reuters. Атаки дронів СБУ, які відбуваються перманентно, про які ми з вами постійно говоримо, скоротили експорт нафтопродуктів з Росії. Успішні атаки дронів СБУ на великі нафтопереробні підприємства майже на третину скоротили російський експорт нафтопродуктів. За даними Reuters, січні експорт бензинів впав на 40%. Диспального на 23%. Нагадаємо, що в січні бавовна від СБУ розквітла у морському терміналі в Руському Усть-Лузі та на нафтопереробному заводі ТУАПСЕ. Зупинка цих підприємств обвалила поставки нафтопродуктів. Ви про це говорите щоефір. От як вам, як то кажуть, факти з відсотками і результат роботи СБУ? Ну, це називається санкція від малюка. Примерно так. Те, которые реально работают. Вот это те санкции, о которых мы, наверное, 2 года говорим, как минимум те, которые должны были вводиться
мировым сообществом, то есть это мировое демократическое, как минимум, сообщество должно было вводить санкции, чтобы не давать возможности россиянам торговать энергоносителями, получать выручку валютную и запускать ее в военное производство, а после этого, в конце концов, вся эта военная продукция появлялась у нас на линии фронта, каждый доллар, который был заплачен за энергоносители, вернулся к нам пулей. И эти пули забрали жизни наших людей. И вот здесь уже большой вопрос к нашим партнерам, демократам, которые долго сживали то, что не надо было жевать, надо было делать. Так вот, Малюк, служба безопасности, показала, как правильно надо накладывать санкции. И они самые действенные, причем, и безвозвратные, я бы так сказал. То есть дальнейшее выполнение таких задач, уничтожение именно терминала, уничтожение производства углеводородов. Причем эта география, она может расширяться. Это Малюк начал, тоже правильно, грамотно, с конца начал. То есть уничтожать начал именно терминалы, которые выпускные. А дальше надо идти до производства, а потом еще и до добычи. То есть доходить до добычных систем и сжечь их, то есть уничтожать их. И дальше намного будет эффективнее уничтожение уже самой экономики России. Нам надо Россию развалить. У нас просто другого выхода нет, так как российское руководство, и не только руководство, вообще вся российская террористическая популяция, там больше 100 миллионов человек, она заточена под уничтожение нашего государства. У нас вариантов других просто нет. Нам надо разваливать эту российскую популяцию, уничтожать ее государственность, а государственность уничтожается уничтожением экономики. Поэтому вот такого рода санкции, которые накладывают наши спецслужбы, вот непосредственно сейчас это Малюк занимается этим вопросом, служба безопасности. Но опять же, это не их задача. Никто ж не поднимает вопрос, а служба безопасности, они вообще должны работать внутри страны. Представляете, раз у нас служба безопасности, внутренней безопасности работает на наружу, значит, у нас есть проблемы, а проблемы с тем, о чем мы с самого начала с вами говорили, с госстроительством. То есть у нас не работают определенные системы управления военной, некоторые системы не работают, потому что вот то, чем занимается сейчас служба безопасности Малюк, должен был заниматься вооруженные силы Украины, то это их задача. И работать за линией фронта. А граница – это линия фронта на территории противника, уничтожать его военные объекты. А ВСУ этого не может сделать, потому что Министерство обороны не может до сих пор произвести такого рода дронов. Это хорошо, что у нас служба безопасности, хорошо, что Малюк нашли внутри себя, как и Буданов, Гури, нашли внутри себя определенные финансовые ресурсы, на своих площадках выполнили задачи по производству. Но это, опять же, это не промышленное производство, это, по большому счету, любительская кустарщина, я бы так сказал. А для того, чтобы уничтожать, а нам надо как минимум выжечь всю российскую, европейскую территорию, выжечь конкретно вот так, как это делает Малюк, Малюк до Урала. А для этого надо серьезное производство такого рода средств поражения. Беспилотники себя очень хорошо показывают. А в связке с тем, что Россия просто не может от них защититься, мы уже в этом сказали, слишком большая территория. У нас есть очень хорошая возможность заняться этим вопросом, то есть зачисткой российской экономики от средств к существованию. Но для этого надо, а здесь опять можно вернуться к статье Залужного, он там их расписал, то есть для этого надо высокотехнологическое оборудование в достаточном количестве, потому оптимальный вариант как раз ему этим бы сейчас и заняться, возглавив Министерство обороны вместо Умерова или еще лучше весь Кабмин вместо Шмигаля. Роман Григорович, на завершення ще дві теми. От перша, літак Росії знову втратив бомбу. Ось де це знаходиться. Тепер у тимчасово окупованій Луганській області. Цього разу інцидент стався в місті Зимогір'я. Мешканців однієї з вулиць окупантам довелося евакуювати. Нагадаємо, раніше літаки Росії упустили дві авіабомби ФАБ-250 в Білгородській області. Це вже стає, як то кажуть, нормою. Ну, это говорит, первое, о том, что россияне используют летный состав, недостаточно готов, то есть профпригодность летного состава
видно, что ну, недостаточно. Сбросить бомбу, даже просто сход, нештатный сход боеприпаса, он сам по себе не происходит. То есть это, скорее всего, ошибка в технике пилотирования летчиков. Желторотики летают. Либо желторотики, то есть еще не готовые выполнять боевые задачи с подвесом. У них же все висит наружу, то есть на подвеске. А это есть определенные моменты, связанные с контролем перегрузки, с контролем скольжения в выполнении боевых задач при выполнении полетов. Либо желторотиков набирают, либо берут стариков, которых поднимают с уже мест хранения, можно так сказать, и ставят в строй. И, естественно, разрыв в технике, разрыв в полетах техники пилотирования приводит вот к таким эксцессам у россиян. Другого уже просто быть не может. Почему? Потому что основной летный состав, профессиональный, у которого были налеты без перерывов, мы уничтожили еще в 22-м и часть в 23-м году. Потому у россиян эти эксцессы будут постоянно. Теперь, пока желторотики не научатся летать, они не научатся, их собьют раньше, чем они научатся. Ну, а старики уже не восстановятся, там уже свои проблемы старческие, болезненные хлопцы, потому видно, вот летать толком не мог. Пан Роман, тут такий важливий пропагандистський матеріал вийшов. Ну, по-перше, спочатку росіяни побачили в Брянську безпілотників. Це було ось так. Мені страшно. Тобто безпілотник, який літає, і от далі з'являється наступна інформація у росіян. Покидайте помещение только после соответствующего оповещения. Будьте готовы к эвакуации. Внимание! Воздушная тревога! Угроза атаки БПЛА и химического заражения. Срочно пройдите в ближайшее убежище. Внимание всем! Включите телевизор или радио и внимательно следите за сообщениями. Старайтесь находиться в изолированном от внешней среды помещении. Закройте все окна и балконные двери. Проверьте надежность запоров. От сильного ветра окно может распахнуться. Наденьте ватно-марлевую повязку или обвяжите вокруг лица мокрое полотенце. Зараженный воздух негативно влияет на состояние кожи. Наденьте непромокаемую одежду с длинным рукавом, чтобы защитить кожу. Покидайте помещение только после соответствующего оповещения. Роман Ігорович, тепер поясніть просто, тобто фактично. Загроза безпілотників в Брянську та області. Мешканці бачать цей безпілотник і з'являється інформація про хімічну атаку. Тобто цей безпілотник буде нести хімічну атаку. От як ви це оцінюєте? Ну, звичайно, що Росія. Та ні, все намного проще. Це просто производители противогазу вирішили продати якусь партію населенню. Тому запустили безпілотник і запустили рекламу під продажу противогазу. Ну, раз хімічне зараження, повинні бути противогази всі ходити. Тому тут не надо искать ничего великого. Иногда у россиян все намного банальнее. Вот примерно так. Поверьте, так в конце концов и произойдет. Сейчас выбросят эту партию на прилавки, ее разметут в 3 секунды, потому что ходить с марлевой повязкой не совсем удобно. Лучше ходить в противогазах сразу. И такие носороги, вернее слоники, будут друг другу кивать при встрече. Ну і на завершення, Роман Григорович, січень 22-го Маргарита Симоньян та січень 24-го Володимир Путін. Як то кажуть, відчуєте різницю. Давайте послухаємо. Гарячі війні. Ми Україну побідемо за 2 дні. Чого її побіждати-то, господи? Ну Україна. Подавили ці огневі точки. От ми у рекламну паузу це обсуждали. І Путін у 24-му році. Січень. Одно з важніших направлень, де йдуть зараз бойові дії, це Авдіївка. Вот эта группа ветераны впереди наших войск обогнала их, впереди этих кадровых войск, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватила 19 домов и удерживает их успешно. Мужики там воюют, как следует воюют. Це особливо було вразливо у соцмережі, тобто 19 домів, тобто будинків, це результат от 2 роки війни, скоро піде 3-й. Що скажете, Роман Григорович? Ну, ми вже говорили, від Заболотної Нефертіти до Сівого Мєріна. От пройшли такий путь по постановкам задач. Да, задачі уменьшаються,
и дальше все меньше и меньше. Ну вот как раз в этом спиче Путин, если там чуть больше посмотреть, он обозначил основную задачу, которую надо выполнить россиянам перед его перевыборы, переписыванием Путина на Путина. Там они выборы, конечно, не будут. Перепишут одного Путина на другого. Двойника на тройника. Но задачу он нарисовал такую конкретную, под нее проводятся определенные действия. Я все еще думал, ну зачем россиянам сейчас, в 2024 году, обстреливать мирное население Донецка? В несколько месяцев последних, вот где-то как только началась операция, российская операция по Авдеевке, обстреливаются россиянами обстреливаются места компактного нахождения или проживания дончан. Одно дело это было там в 2014-2015 году, они создавали серьезную такую информационную атаку. Это было понятно, ну, с точки зрения логики, по крайней мере, там были движения своеобразных так называемых блуждающих минометов. Заезжали 82-е минометы и обстреливали Донецк. А зачем сейчас было, непонятно. Теперь сейчас, вот после того, как Путин обозначил задачи, отодвинуть границу от городов, отодвинуть границу, вернее, не границу, отодвинуть линию фронта от Донецка. То есть они сначала обстреливают Донецк несколько месяцев, создают напряжение внутри города, а потом, как великий спаситель Донецка, Путин отодвигает линию фронта, и тогда прекратятся обстрелы мирника Донецкого. То есть вот примерно такая задача стоит до его так называемых перевыборов. Почему россияне, в принципе, уперлись в Авдеевку, топчатся там вокруг нее, пытаясь как-то выполнить вот эту информационную задачу. Она же никакая не тактическая, не тем более оперативная, даже не стратегическая, потому что стратегические задачи, если бы они ставили, чуть бы по-другому действовали. А это задача чисто политическая. То есть вот под политический проект путинский выполняются обстрелы донецкого мирника, они убивают мирных жителей конкретно для того, чтобы создать сначала проблему, а потом с ней бороться. Это так называемый донецкий сахар, уже можно так о нем говорить, если по аналогии с рязанским сахаром больше 20 лет назад они подрывали, россияне, ФСБ подрывало жилые дома для того, чтобы Путина сделать президентом. Сейчас та же самая картина, они делают то же самое по Донецку для того, чтобы Путина сделать президентом, или, по крайней мере, на таком пьедестале великого спасителя, который отодвинул линию фронта от Донецка в районе Авдеевки, выступить и успеть себя переписать с одной фамилии Путин на другую фамилию Путин.